Правительство Мурманской области и Россети заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на обеспечение надежного электроснабжения региона. Подписание документа состоялось на площадке 20-го Петербургского международного экономического форума, где сейчас находится губернатор Марина Ковтун. Реализация долгосрочного проекта будет происходить на базе дочерней компании Россети ПАО МРСК Северо-Запада. В рамках соглашения стороны намерены сотрудничать в вопросах создания единого центра ответственности за качество услуг по передаче и распределению электрической энергии, повышение платежной дисциплины, оптимизация процесса тарифообразования, консолидации электросетевых активов Мурманской области и грамотной эксплуатации объектов распределительного электросетевого комплекса региона. Как отметил генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин, энергокомпания создаст для Заполярья инфраструктуру для развития электросоставляющей в работе котельных, что позволит области в перспективе экономить на использовании мазутного топлива.